16 февраля 1945 года. В течение 16 февраля северо-восточнее и севернее города Быдгощ наши войска в результате наступательных боев овладели 7 населенными пунктами. Поздно не продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удерживающего район цитадели, и 4 пригорода на восточном берегу Варты. В районе Бреслау советские войска, наступая на город с севера, с запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей город Бреслау. В ходе наступательных боев наши войска заняли в этом районе более 200 населенных пунктов. За 16 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 106 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника.